Ты почему не в кровати? Это фиаско. Не сейчас, Лени. Лени, стой! Не дергай их! Лени, стой! Не дергай их! Так ему и надо. О, Лени, оставь пианино тем, кто умеет на нем играть, ладно? Да, ну молодец. Теперь здесь тепло и уютно. Для Гера Хёса даже слишком. Ты как? Я так и думал. Просто ведь... Ответь я ему хоть что-то, и лишилась бы работы. Знаешь, я была предельно близка к тому, чтобы потерять возможность оплатить учебу после каникул. Да забудь. Он был пьян в стельку. Завтра даже не вспомнит об этом. Старик Густав знает, что ты не виновата. К тому же, ты не видела его после выступления. Он в восторге. Подобных этому нахалу становится все больше. Они даже не пытаются скрывать свою ненависть, как будто им дали задание, или скорее разрешение, издеваться над такими, как я, словно в Агеране внезапно стали изгоями общества. И мы бессильны, ведь если что-то сделаем, лишимся домов. Родители боятся, ночами не спят. На той неделе витрину нашего магазина опять разбили. А что соседи? Им все равно! И нашим властям тоже. Прости, ты расстроился, да? Ты выразила и мои опасения, фройляйн. Потому что твои слова о коричневых тенях правда, и это тревожно. Раньше я думал, что они лишь кучка придурков в нелепой форме.
Но теперь вижу, что эти безумцы настроены серьезно. Очень серьезно. Но ты знал, кто стоит за экспедицией? Я не думал об этом, если честно. Хёса и ученых я встретил только сегодня. Они ничем не отличались от групп, что я готовил прежде. Зная заранее, тогда подумал бы дважды. Знаешь что? Что? Я не буду их готовить. А сможешь? Это пока свободная страна. Предупрежу их за пару недель и свободен. Зато я проведу лето с тобой. Рисую. Но я не умею. Ты играешь. Я рисую. Это моя страсть. А ты будешь моей музой. Ты это всем девушкам говоришь? Нет, никогда. Привет, голубки. Все уже идут спать. Идите в дом, а то простудитесь или что похуже. Вот так Дана обскакала нас всех. Леону хватило одного взгляда, чтобы влюбиться в нее по уши. А Дана, конечно, влюбилась в него. Любовь с первого взгляда. Вся компания оставалась в лагере до конца лета. А потом, полагаю, все разошлись кто куда. А после вы виделись с ними? О, нет. А Дана и Леон? Пошли каждый своей дорогой. И на этом, Фройлен Уокер, рассказ окончен. Куда потом отправилась Дана? Думаю, к родителям в Ваген. Вы не знаете, она еще жива? Точно не знаю, но сомневаюсь. Очень давно это было, Фройлен Уокер. Будь она жива, где она могла бы быть? Без понятия. После того лета дела шли все хуже. Не говоря уже о том, что полгорода было разрушено. Да, она оставила что-нибудь? Документы или что-нибудь, что помогло бы мне ее найти? Нет, насколько я знаю. Но, возможно, может быть, что-то в сундуке отца. Он до сих пор на чердаке. Юнта купила его тем летом, чтобы использовать как кофр для кинотехники. Должна была забрать его, но так и не вернулась. Если что-то вам и может помочь, то оно там. Можете сами осмотреть лагерь, если хотите. Впрочем, я не думаю, что вам удастся открыть сундук без Юнты. Спасибо, демуазель Лени. Спасибо вам. Что-то еще, Фройлейн? Я только собралась вздремнуть. О сундуке Юнты. А что с ним? Откуда взялся этот сундук на чердаке? Отец
Он мастерил его долгими зимними вечерами. Ему хотелось что-нибудь красивее и солиднее старого сундука, в котором он хранил выручку. Вот он и сделал его по технологии, которую освоил на заводе Фаральберга во Владилене. Владилене? Во Франции? Так и есть. Юнта заплатила за этот сундук сумму, равную месячной выручке. Но он того стоил, потому что надежен, как горная крепость. Тогда я пойду. Может, это путь на другую сторону цирка? На противоположной стороне горы начались раскопки. Из-за этого местные власти перекрыли дорогу. Ну и ладно. Все равно я не собиралась сегодня лазить по горам. Никак не сдвинуть. Должен быть способ как-то разблокировать его через механизм. Его блокирует механизм. Крышка закрывает обзор. Должен. Уход за лагерем должно быть сложная работа. Хотя Лени сильная, надеюсь, у нее есть помощники. Это пианино, на котором играла Дана, когда встретила Леона в тот вечер, о котором говорила Лени. Механическая печь. Видавшие лучшие времена. Тоже напоминает изобретение Фаральберга.
А, видать, я не один тут застрял. Присаживайтесь, вместе пануем о том, что мы здесь застряли. Спасибо, но у меня есть дела. Надеюсь, вы задержитесь хотя бы до вечера. В Лондоне смена караула, а здесь смена цветов. Обещаю, это того стоит. Вы англичанка? Американка, вообще-то. О, ну и далеко же вы забрались. Но всегда приятнее застрять в хорошей компании. Я сам из Бельгии, участвую в альпинистском турне. Застрять? А вы не знаете? Власти перекрыли Тофельскракен. Дорогу, что называют Перевал Дьявола. Так вот из-за чего вся эта суета. Изменение климата. Вы про потепление, да? Из-за него перевал слишком опасен. К тому же там наткнулись на ужасную находку. Да? Тела бойцов сопротивления. Погибших, когда они вели беженцев в Швейцарию. Замороженные. Бойцы сопротивления? Замороженные со времен Второй мировой? Так пишут в газетах. Поэтому там шатер? Это временная часовня, которую установили спасатели, пока ждали вертолеты для вывоза тел. Ясно. Полагаю, мы обязаны уважать память погибших, даже после стольких лет. Надеюсь только, что эти внезапные раскопки положат конец слухам о том странном существе, обитающем на Зильбершпигеле. Иначе будьте уверены, как только старушка откинет копыта, из-за проклятых туристов здесь будет не продохнуть. Можете рассказать о перевале Дьявола? О, если смотреть с террасы, то он по ту сторону ледникового цирка. Как вы догадались, он зовется Перевалом Дьявола, потому что очень опасен. Прежде всего из-за риска схода лавин. Только опытные альпинисты могут его преодолеть. Мне, как профессиональному альпинисту, особенно важен тот факт, что я иду по следам отважных покорителей вершин прошлого. В этом есть настоящий дух истории. Во время войны, например, бойцы сопротивления этой дорогой переправляли Вагеран и других жертв коричневых теней в Швейцарию. Через тот перевал, который ведет из лагеря? Верно. Ясно, я видела объявление. Они перекрыли его, чтобы вертолет мог вывести замерзшие тела со дна перевала. А пока они установили временную часовню, как вы могли заметить. Как трогательно. Важно проявлять почтение даже после стольких лет. Я уже сталкивалась с фантастической фауной лично. А что вы думаете о так называемом странном существе, живущем в горах? Еще одна сказка для туристов, вот что я вам скажу. Поговаривают, оно живет в древних пещерах. И что оно ответственно за пропажу людей. Ходят слухи, что крики, которые иногда слышны по ночам, издает именно это существо. В общем, обыкновенные слухи, которыми обычно обрастают глухие и малоизвестные места вроде высоких гор и глубоких морей. Басни, передающиеся из поколения в поколение ввиду чистого невежества. Да, я прочитала заметку о том, что кричать могут животные, которые здесь обитают. Могут же? Я считаю точно так же. Наверняка медведь, у которого что-то застряло в горле. Может быть, он как-то вечером испугал одинокого туриста. А может быть, это были малолетние шутники. А что насчет замороженных тел, которые обнаружили у подножия перевала? Похоже, из-за изменения климата снеговая линия отступила,
обнажив тела, заточенные во льду со времен Второй мировой войны. Скорее всего, это были бойцы сопротивления и беженцы, пытавшиеся спастись от фашистских оккупантов Швейцарии. Полагаю, бедняги попали под лавину. Их останки лежали в снегах перевала все эти годы. Поэтому власти и перекрыли доступ к перевалу, чтобы вывести тела, опознать их и должным образом похоронить. Верно. Теперь все понятно. Что ж, мне пора бы вернуться к делам. Не за что, фройлен. Напоминает автоматона Ганса из Володилены. Отец Лени сделал этот подъемник, чтобы помочь ей пользоваться лестницей. Это потребовало много времени. Так трогательно. Общежитие. Интересно, сколько людей останавливается в лагере? Старая... книга. «Волшебная гора» Томаса Манна. Забавно. Бабушка и дедушка оставили мне такую перед смертью, когда я была совсем маленькой. Когда-нибудь ее прочитаю. Холодина. Скромно. Похоже на кладовку. Снова сигарные окурки.
Вот так. Но кто оставил его открытым? Эту картину Дана посоветовала купить отцу Лени. Неплохо. И по стилю похоже на мой рисунок. Интересно, как выглядели остальные? Наверное, это комната Лени. И от умышленных грехов удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Мило. Фотографии лагеря. Похоже, они разложены по временным периодам. Нет фотографий оккупации Вагена коричневыми тенями. Полагаю, эти были сняты еще до войны. Есть и снимок, сделанный летом, когда Дана работала в лагере. Все эти фото относятся к 80-м. Это сделано в мой день рождения. Фотографии заканчиваются на 2002-м, 3 года назад, когда я начала свое путешествие с Оскаром на поезде Ганса. Она все еще сидит там и наблюдает. Интересно, о чем она думает? Впечатляет. Это помогает Лене передвигаться.
приемная катушка. Такие использовались в старых кинопроекторах. Приемная катушка. Такие использовались в старых кинопроекторах. Важно не забыть спросить об этом Лене. Ну нет, не хочу сломать себе шею. Наверное, это сундук Юнты, который упоминала Ленни. Это пианино, на котором играла Дана, когда встретила Леона в тот вечер, о котором говорила Ленни.
Что-то еще, фройлейн? Я только собралась вздремнуть. Расскажите мне о медали сопротивления с вашим именем. Да, я участвовала в сопротивлении, но не ради медалей. Это сверкающие безделушки. Понимаете, кто-то получает медали, а кто-то погибает. И кроме того, разве они могут вернуть мне мои ноги? Нет, но они доказывают, что вы участвовали в освобождении страны. Чушь. Вздор. Одни лишь плохие воспоминания. Я не хочу это обсуждать. Как вы встретились с Леоном Кабатисом? Какое вам дело? Вы что, из полиции? Нет. Я спросила, потому что он был вам дорог. Ведь так? Фройлайн, когда я предложила осмотреть лагерь, я не имела в виду свою комнату. Но да, как я и сказала, он был нашим постоянным гостем еще до истории с Даной. Для меня он был словно кинозвезда. Какая девушка не была бы очарована молодым, красивым альпинистом, да еще и олимпийским чемпионом? О сундуке Юнты. А что с ним? А вам случайно неизвестна комбинация, Лени? Я уже говорила, я не знаю. Тогда я пойду. Если так пойдет, я прочту весь книжный шкаф. Отец Лени сделал этот подъемник, чтобы помочь ей пользоваться лестницей. Это потребовало много времени. Так трогательно.
Приемная катушка. Такие использовались в старых кинопроекторах. Поразительно. Теперь здесь вид с террасы. Поразительно. Теперь здесь вид с террасы. Ну нет, не хочу сломать себе шею.
Она все еще сидит там и наблюдает. Интересно, о чем она думает? Скромно, похоже на кладовку. Скромно, похоже на кладовку. Снова сигарные окурки.